там сейчас у нас полыхает дотерская конфа, и нас негодует просто. Грубо говоря, ему запихнули, он и так-то сильный был, ему запихнули силу просто в статы, и дали еще дополнительный глобальный спелл, очень жесткий. Я его еще ни разу не видел, но если он работает так, как я представляю, то это полный трэш какой-то. Это что-то с чем-то. Ладно, все, я чатик оставляю. Чекаю, все ли у меня в порядке в плане трансляции. Все ли я необходимое сделал. Страничка Тоби Нормаз зашла. Да, у Тоби Вана появилась страничка ВКонтакте. Она появилась вчера, но... Об этом уже все знают. Суферлейм уже мем. Ну, я так понял, что он опять... Он его несколько раз забывал, потому что он вчера сказал там... Я опять забыл, ну, again. Долго извинялся. Ладно, давайте перейдем к игре. Это все прекрасно. Немножко я расслабился. Очень длительная у нас была пауза. Играет малазийская команда Orange Esports против команды Flash Esports. Достаточно... Ну, скажем так, мало знакомый нам. Я вот видел только одну игру. Ники очень плохо читаемые. Хен Куку, ДСФ, Яшвенер, МЛГ, кс-кс-кс-кс. Я даже не знаю, как я их буду произносить в игре, но что-нибудь мы придумаем. Но что касается Оранжей, то здесь все гораздо более понятно. Муши, Экстинкт, Ямате, Хайс и Айс-Айс-Айс у нас теперь... Ну, судя по всему, он на стендинге, и потому что я вижу, ну, в скобочках квадратных буковку S, как правило, так отмечается на гайдин лиги стендинги, просто Айс-Айс-Айс, насколько я знаю, остался в Зенит. Но, в общем-то, неважно, в любом случае состав жесткий, состав сильный. Итак, Дарксир, Бэтрайдер забанены оранжами, Сирена, Ликан... Флэшами. Флэши банят Ликана, это я уже понял по вчерашним играм, упорно. Не хотят они против него играть. Ну и Оранжа. Вообще, конечно, ну вот для тех, кто как бы не в курсе, когда Чуана спросили, кого он считает лучшим игроком в Dota, он сказал Яматех. Он говорит, ну ему спрашивают, как же так, ты выиграл International, ты там, ну лучше, почему ты назвал именно его? А не какого-то своего тиммейта. Он говорит, Яматех учил меня играть в доту. Вот так вот. Вырастил монстра, называется. Что ты сделал, Яматех? Этот человек размахивал Аегисом на сцене оперного дворца. Профит, Хаос и Темпларка. Оранжи забирают квапу, я уже вижу Яматеха, который летает по всей карте. Но сейчас нужно добавить какого-нибудь Чена или Энчантрас, отдать ее Инстинкту или его, и шансов у флешей не останется никаких. Ну, потому что Яматех там на квапе, Яматех на Лишраке, это уже такой мем. Ну да. Они все прекрасно понимают. Они забирают Чена. Чен от Экстинкта это был вообще, наверное, лучший Чен турнира. Конечно, я прекрасно отношусь к Пупею, там, к многим другим игрокам. Но когда человек просто на своих вот этих лесниках, на Чене и на Энчантрас, все время имеет бешеный стат, там, 5 к 0, 8 к одному, и все время вытаскивает игры. Не то, что вытаскивает, он даже с самого начала делает такое преимущество дикое. Каждый раз там миллион мультиспавнов каких-то и для кэри, и для себя закрепил ветрами. Короче, очень сильный у него был Чен на Интернешнале. Посмотрим, не растерял ли он форму сейчас. Бэктрек не работает на Double Edge. Да ладно. Почему нет?
Почему на Double Edge не работает бэктрек? Так, а кстати, поправьте меня, Double Edge теперь бьет сплэшем, или мне это где-то приснилось? Флэш тренирует Айс. Такая вот информация. Turn to ban. Уходит Энигма, Брюмастер и Тайтхантер в баны. Да, да. А, это, видимо, про Double Edge. Да что же из него сделали? Что сделали с Кентавром? Я когда последний раз его видел еще в первой доте, но это сильный герой был. Он очень жирный, об него там можно убиться. Он жестко станет, у него еще этот Double Edge, которым... Ну просто, если он там не попадает станом, он может тебя Double Edge'ем достать на лоу хп. А теперь ему еще добавили один скилл, можно сказать, глобальный. И Double Edge сделали сплэшем. Что хочет сделать Ice Frog из этих героев? Почему он сделал из Траксы, у которой была пассивка на ловкость ультом? И из Кентавра. Каких-то просто монстров. Убийц. Ауру улучшили. А я не помню, как у него была аура. Я помню, что там процент. Но теперь, по-моему, еще какой-то, ну, урон он возвращает и еще процент от силы. То есть, короче, трэш. Кентавра с Тараской не убить. И еще, надо, чтобы этот урон, я не знаю, правда, чтобы он через БКБ пробивал. Это вообще будет огонь. То есть, что у тебя не собрано? Ты просто бежишь, бьешь этого кентавра и умираешь. Нормально. Лишрак забанен, Shadow Demon также отправляется в бан, как и антимаг. И Джакира четвертым пиком влетает к флешам. Нет, ну Тракса согласен, но из нее сделали так вот. Бафнули ее сильно. Но ее никто не пикал вообще. Ну, кентавр, мне кажется, он и так был достаточно неплох. 50% от силы. Учитывая его прибавку к силе, нормально. То есть 100 силы, это 50, это 77. А 77 чего? Единиц. Ну, не процентов же 77. Это какой-то ультра блейдмейл получается. Ну, кента еще не добавили. Баунти Хантер от Оранжей. Ну, им кэри не хватает, явно. Ну и посмотрим, что они заберут в качестве кэри. Ну, мне не нравится пик флешей относительно пика... Ну, это, наверное, предвзятое мое мнение. Просто, ну, я очень сильно боялся бы на месте флешей Чена от Экстинкта и КВП от Яматеха. Так-то, в принципе, ничего ужасного. Но мне очень страшно. Напомню, что играют на сингапурском серве, пинг будет у всех. Ну, они ДК еще забирают. Отлично. Да. Это еще и под пуш может быть очень жесткий. Я, по-моему, смотрел какую-то статистику. То есть, игры я Оранжи точно не смотрел, но смотрел статистику одной из игр, вот эту табличку. Там они задавили с ДК как раз. Экстинкт берет Чена. Айс будет играть у нас на...
На Рубике. Яматеху ДК, что ли, отдали? Ну и ладно, может свапнуться, не буду пока утверждать. Вообще, Айсайсайсу, я думал, они отдадут ДК. Ну ладно, странно. Просто Айсайсайс играет обычно на кэре. Честно, я не помню все, как распределяется по ролям. Я помню, что Экстинг играет на вот этих лесниках, саппортах, муше. Винтера, по-моему, не хватает, если я все правильно понимаю. Винтер, Винтер, Винтер. Давайте еще раз чекнем состав, чтобы я вам не наврал. Да, Винтера не хватает. Как же они играют? Я не помню, как они играют, честно. Ну да ладно. Муж играет мидл, да? Да, то есть Тимотех играет на кэрри. Угу. Ну, он тоже часто забирает мид. Это, в принципе, нормальная ситуация, когда уходит кэрри на линию. О, на мид. А мид уходит на линию. Пофармить. Ну да, Муши у нас мидер. Я все равно не помню, кто у них стоит обычно на харде. Каюсь, честно. Ну, а по поводу флешей, это вообще отдельная история. Я вчера смотрел, я вчера пытался запомнить, но эти ники, я их даже, ну, на ассоциативном уровне не могу привязать себе куда-то. Ну, так-то уже понятно, что профит у нас в хард может направиться. В любом случае, в соло-линию, в какую-то. Потому что здесь они и триплу могут сыграть с Джакира и Линой, и Хаосом. Ну, и Темпларка должна в миты уходить. Винтер в Нейчер. Что? Нет, Винтера нету в Нейчер. Яматех точно не соло. Ну, понятно, что он кэрри. Речь не об этом идет. Речь о том, что я не помню, на каких позициях они играют. Винтер ушел в N9. Реально, что ли? Когда это произошло? Да вчера же только смотрел. Как так-то? Вчера же только смотрел их игру. Неужели я там Винтера не заметил? Какой бред. И они теперь со стендингом играют, пока не найдут себе. Сейчас мы чекнем. Не вижу я новости по поводу Винтера. Ребят, дайте линк, пожалуйста. Это значит, было даже не на днях, это было давно, но я в любом случае этот момент провтыкал. Азиатские паузы перед началом игры. Да, не без этого. Завидеть Резу. Я только что разговаривал по этому поводу. Ну, короче, мы сошлись на том, что... Ни на чем мы не сошлись. Вся проблема... О, боже.
Что за смех дикий? Вся проблема в билетиках и во времени. У них тренировки совпадают со стримами, но я думаю, что-нибудь придумают. Давно писали, что он уходит туда, но пока не ушел еще, да? Сейчас они играют со стендингами, ну ладно. В любом случае, муж отправляется в МИД. Да, вот я сейчас начинаю вспоминать International, вспоминать мужа на Квапе, как раз таки тоже. Но в любом случае, то, что это герои Оранжей. Queen of Pain. Айс у нас играет на Рубике. Яматеху отдают ДК, Экстинкт на Чене. И Айс уходит на Баунти. Ну, пока что не уходит, но пойдет в сложную. Все-таки решили триплу на сложно играть флеши. Мне, конечно, сложно сказать, ошибка это или нет, но посмотрим. Их вообще могут продавить прям просто вот на 10-й минуте. Здесь есть Лины, здесь есть Джакира, если они на деф не оттянутся, им сторону очень быстро пропушат. Здесь Чен быстренько там получит себе левел. Вопрос будет весь в 6-м уровне ДК. ДК получает 6-й. Все это выходит с базилкой, с кучей крипов, но с двумя крипами. Рубик забирает ДД. Все это выходит, и под кислотным дыханием ломает сразу две вышки, идет на мид, ломает вышки. И здесь нужно грамотно будет дефить. Ну, так они могут сыграть. Они могут так и не играть, на самом-то деле. То есть, могут они чуть более пассивно. Это прям уж совсем такая тема агрессивная. Мы видим, что Профит пошел было пофармить, но Баунти... Да, Баунти красавец. Я пропустил этот момент, когда здесь пробежался Айс. Но Айс уже заблочил спауны, и Профиту здесь будет очень тяжело крипиться. Он начинает с кентавров, но кентавры достаточно неплохо с пинками сейчас будут разбираться. Еще и неправильно подставляет свежих вызванных пеньков. Нужно поставлять было старых. Такие мелочи, с которыми нужно было справляться. ДК на фрифарме, Квапа против Темпларки. Ну и Баунти отводит с помощью, да. Хорошо он сделал. И видите, вот это самое сложное место преодолевает удачно. Чем оно сложное? Ну, тяжело преодолевать обычно из-за того, что крипы тебя перестают видеть. Нужно все время атаковать. Видите, как хорошо танкует под пачкой крипов со щитком. Ждет, когда выйдет новые крипы, чтобы можно было подставиться и разобрать. Чтобы просто на вышке не передохли. Подставляет. Все хорошо делает Айс. Не получит первую экспу. Профит тоже получает первую экспу, но... Сами понимаете, Профиту сделать это гораздо легче. Тем временем у Экстинкта уже начинаются тут какие-то отводы. 10 крипов, что очень неплохо для Чена. Ну и почти третий. Профит, правда, тоже почти третий. Здесь 10 крипов, надо понимать, из-за маленьких. То есть, если бы это было 10 больших крипов, он бы там уже был под пятый. Ну, также Рубик качается потихонечку в лесу. Хаос фармит. Иллюзии забирает Профит. На двойку ТП раскачал. Квапа сейчас нафармит бутылку. Все, у Квапы есть бутылочка. Важный момент. Инвиз. Ух, как быстро. Прям сразу отменил. Ну, там был риск, что просто в него попадет этот даггер. Но он ничего не боится. Баунти меняется по ХП. Приходит здесь. Пытается хоть как-то помочь своему соло-миду, но хоть какую-то пользу принести, все-таки тяжело ему пока что играть. Там уже Лина с Джакиром могут быть. Ну, вообще, Джакир пока до сих пор первого левела. Да, Чен тут тем временем. Ну, вы видите, чем занимается этот негодяй. Грабит лес. Сейчас много опыта получит. Все правильно делает.
Видите, отвод делает Айс на второй респ. Ну, пока что пассивная достаточно игра. Мы видим, 19 человек болеют за Оранжей. Скриму никуда. И руна ДД. Приятно. Тем временем, четвертый Чен. Ой, и... Ну, опять же, огромная куча спаунов. Здесь, правда, есть минус. Здесь целых два спавна големов, которые очень неудобно, которых крипить. Но сова все равно справится. Пошел ветерочек. Естественно, големов не пробивает, но с големами можно руками разобраться. Сейчас Чен поднимет почти шестой, я думаю. Если он особенно големов этих дочистит. ДК тоже почти шестой. Рубик четвертый. Очень все прилично. И вот выходят сами флеши в подпуш. Все правильно они делают. Им нужно сейчас забирать вышки, пока там не вышел Чен. Потому что выйдет Чен, он тут сам заберет вышки. Ой-ой-ой, как больно. Он еще будет делать один отвод. Големов тяжело крипить. Вот не повезло. Если бы големов сейчас убирал, был бы почти шестой как раз-таки. А вот два спавна големов получилось. Минусуют одну вышку, идут дальше. Профита всего лишь первые пеньки, но этого хватает. Сразу ставится сентряк, Лина прокастовывается в крипов. Ну и вот Яматех тоже выходит. Молодцы, хорошо сыграли флэш. Они сами не стали дожидаться вот этого критичного момента, сами пошли пушить. Если бы они сейчас остались еще пофармить, им бы потом очень быстро сломали вышки. Приходит сюда Рубик. Ставит сентрячок, убивает его. Скорее всего, не отдадут эту вышку. Профит куда-то попытку сделать ТП. Один в один пока что размен. Идут дальше. Все, здесь флеши отступают, судя по всему. Хотя посмотрим, может быть и нет. И оранжи также идут. Хорошо, прям... Молодцы, я не ожидал от флэш такой агрессии. Возвращается Квапа, у Квапы есть просветка. Темпларка идет, ставит ловушку на отступление. Нет, обе команды задефили свои тир 2 вышки. Да, но это заслуга, конечно, флэшей. Они вынудили оттянуться вот этого Рубика. Так бы туда шли Рубик сейчас, Чен 6-го. Еще бы чуть-чуть, если бы промедлили. И ДК, они как раз сломали. Профит бы, если бы остался дефить, он бы не задефил. Если бы пролетел в ответку ломать, ну, все равно бы быстрее сломали оранжа. Тем не менее, чуть получше фармит Dragon Knight, нежели Хаос Knight. Зато темпларка опережает Квапу. Что тоже, в общем-то, неудивительно. Есть фейзы. 6-го левела муж и 7-го левела. Темблар Ассасин, не могу я выгореть этот ник. Я придумаю что-нибудь обязательно, как-нибудь, какие-то сокращения. Не знаю, может, послушаю англоязычных комментаторов. Может, у них есть какие-то варианты. Обычно мне это всегда помогает. Ну, это просто жесть какая-то. Чен получает 6-й. Ну, судя по всему, они хотят идти ломать эту вышку. Посмотрим, будут ли ее дефить. Проблема в том, что Джакира очень слабенький, и Лина тоже. Ну, Лина более-менее четвертая, вот Джакира бы еще четвертый апнуть. Можно было бы прилететь, задефить, там, в принципе, ничего сложного. Раз станчик, два станчик. Вот уже летит Джакира. Да, ну, могут задефить. А у Лины ТП нет, плохо. Хоста спавнится. Темпларка активирует иллюзию. Нет, не рискует выходить. Муша забирает хосту. Ну, действительно, тяжело. Ты выйдешь, тебе там дадут какое-то замедло, ТПшница хаос, и уже просто не отпустят вас. Хаос. Хаос тпшнулся спасать как раз-таки темпларку. Темпларка, мне кажется, и так бы ушла оттуда.
там все очень хорошо сделал. Не потерял практически ХП. ФБ забирают. Боже, это только ФБ на 9-й минуте. И сразу же паузу. Надо засейвиться. Ну, увидели, что Хаос Найт прилетел. Забрали профита и сейчас сломают вышку. Да, такая больше позиционная пока что дота идет. Никто не хочет особо рисковать, куда-то влезать. Ну вот, после вот этого убийства профита, я думаю, сейчас полетит вышка. Дальше пойдут на мид. И все-таки, ну, оранжи продавят, я думаю. Должны продавить. Джакира и Лины может не хватить, во всяком случае, пока что. Для того, чтобы это все задефить. Но вот если флеши отобьются, будет неплохо. Какие-то ссылки полетели в чат очень длинные. Хороший стан от Джакира. Очень хороший. И Dual Brass. Спасает темпларочку. Хотя, опять же, великолепно сыграл вот этот парень, потому что использовал он свой рефракшн очень вовремя. И там весь урон абсолютно влетел в щит. Все-таки не решились выходить оранжа. Тоже верное решение, с другой стороны. Ну, потому что если вот их сейчас примут на каком-то выходе, то они дальше уже не смогут так давить. У них уже будет отставание. Там, представляете, Джакира, Лина и Профит каким-то образом... Ну, даже с помощью, неважно, может быть, с помощью хаоса, может быть, нет. Но шанс есть всегда, если ошибется немножко ДК. Забирают его. Они получают сразу много опыта, и дальше задавить этого Джакира, эту Лину, очень-очень тяжело. Там кто-то покупает Аркан. Чен. Вот, Чен как раз-таки использует эту точку с кучей спаунов. Клэп. Ух ты, забавно, теперь клэп озвучивается. Таким оглушающим хлопком. Баунти скоро будет 6-го левела. Прикольно. Вайсайз чувствует себя в порядке. 4-й Джакира. Хаос в миде, ДК. Ой, в миде, на топе. ДК тоже. Ну и пока немножко впереди у нас оранжа. Но я бы сказал, что все неплохо для флешей. Они сдерживают агрессию вот эту. Но и оранжи не ломятся. Ой, это минус Джакира. Все, дружок. Никуда ты не уйдешь. О, Муши, ну что ты делаешь? Что это было вообще? Ульт от Лины. Баунти. Баунти убивает Лину, но она успевает зарядить в него ульт перед смертью. Баунти все равно бы, конечно, умирал. Муши, ну что это такое? Что это было? Куда? О боже. ДК, пользуясь моментом. У ДК-то уже армлет, ничего себе. Нормально так он подфармил. Все, уходит. Не хочет рисковать Гемотех. Ох уж этот Муши. Хорошо, там Айс оказался, Лину тоже подрубил. Я даже не понял, честно говоря, как она не попала в Джакира. То есть он как-то блинканулся за него и туда же еще ульт всадил. Хороший, кстати, смог. Сейчас они кентавра могут минуснуть. Рубик рефракшн украл. Заходит к кенту. Поднимают его. Стан от кентавра. Клэп. Хорош. Просто влетело все, что только можно. Сюда врывается темпларка, но... А ничего не добавить. И ДК. Обратите внимание, как аккуратненько играет Яматех. То есть вот прям 2-3 удара сделал, все, отступил, не заигрывается. Сейчас, пользуясь случаем, попробуют, наверное, все-таки вышку сломать. Трек есть на темпларке. Рефракшн. Поднимают воздух. Ультнейчер профита. Сюда дает уже ТП Лина. Темпларку все-таки убивает. Ульт от Чена. Ульт в Чена от Лины. Последний выстрел. Чен уходит на 20 хитах.
Какая красота от Экстинкта! Баунти вытягивают. Просветка. Стан на 2 секунды. Квапа минусует Джакира. Заканчивается просветка на Баунти Хантере. Все, они никого не убили. Как классно расконтролили Оранжи. Конечно, где-то им повезло, но где-то они сами молодцы. Скрим. Вообще муши не парятся. Экстинкт. Сколько у него хп? 20 хп оставалось после ульта. Да. Красота. Вовремя он скастовал ультимейт. И Баунти еще и профит подрезает, который задержался на миде. Явно отсюда ему нужно было уходить. ДК. Вот ДК как раз таки заигрался. Стан Джакира. Пытается убить Джакира. О, что творит Яматех? Он без хп расправляется с этим Джакира. В драке против троих умудрился разменяться. Да, заигрался. Нет, ну игра очень красивая от Оранжей. Такая на грани лезвия. На острие просто. Надо было еще... Ну, по-моему, он там поигрался с армлетом. Кстати, армлет теперь тоже пофиксили. 2 секунды, кулдаун. Баунти Хантер срубает Лину. Баунти уже очень мощный. Его неплохо расфидели. Он под треком забирает киллы. У него фейзы, барабаны уже. Постоял парень на харде. 10-й левел. У профита 8-й с Мидасом. Ну, вышка до сих пор стоит, и здесь вышка стоит. Но на самом деле, вот то, что у Оранжи не получился такой вот пуш, это не значит, что у них там все плохо. Здесь стратегия, с которой они могут вполне взять, и если флеши неправильно бы сыграли, они бы их уже там запушили, сняв кучу вышек. Но они не лезут никуда. У них еще пик позволяет посидеть, пофармить. Взрывают квапу, квапе надо уходить, квапа уходит. Да, квапа уходит. Ну и в результате просто вот на парочке хороших ходов, отличный смоук, потом драка под нижней вышкой, драка наверху, баунти делает 2 килла на зазевавшемся профите и на зазевавшейся лине. И все, и уже преимущество очень большое становится. Надо станить Урсу, надо станить ее. Если он хотел делать отвод, нужно было станить. А так я не понял, что хотел сделать Яматех. Так, тем временем идет пуш. Идет пуш по верху, но... Есть инви. С этим пушем вообще... Этому пушу есть что ответить. Сюда Чен подходит с крипами. Здесь уже ДК. Сбивают ловушку. Фантазм. ДК ультра скастовывает. Фейтболт. Профит сюда же влетает, дает ульт. Крипы Чена танкуют. Отличная пауза. Сентряк поставлен. Вот мушу нужно быть осторожней. Он потому что в инвизе, он ничего не боится. Ну и мы видим, что летит сюда уже Баунти Хантер. Который оказался вот где. He lagging, sorry. Видимо, речь о Яматехе, он потому что вылез куда-то. Ну, сейчас могут минуснуть. Нет, ну, конечно, паузить в замесах. Это плохо, но с другой стороны, да, все равно видно, что ДК залез далеко. Другой вопрос, что ДК-то очень толстый. Ульчена, Лагуна, Мека влетает. Все-таки ДК умирает, но здесь Джакиром, Акропайром. Сжигает очень мощно и 4 в 1. Ну что, 5 в 1 будет? Ой-ой-ой. 5 в 1. Я сконцентрировал все свое внимание на том моменте, когда убивали Драгоннайта.
И я совершенно не увидел, как разлетелись все. А все разлетелись очень быстро. Только темпларка каким-то чудом выжила. Да, и это еще при том, что, ну, как я так понял, у Юматеха как раз лагало, поэтому он так вылез вперед. Ну, разобрали, конечно, жестко. Есть уже мека, и она вошла очень вовремя. Как и Hand of God. 11 левел. Хороший левел для Чена на 18 минуте. Хил на 300. Мека на 250. Норм так. Ну, вообще, это... характерно для азиатской доты. Я вот, когда начинал ее смотреть, первое, что бросилось в глаза, это вот такие быстрые драки. То есть там бывает, конечно, что затягивается, ну, от пика еще, наверное, зависит. Но вот когда есть такие герои, как Квапа, там, Профит, ДК, есть чем раскастоваться. Когда все это влетает, дохнут все. Причем бывает, что дохнут все с каждой стороны, там, и остается по 2-3 героя на лоу-хитах, которые уже решают, кто же выиграл драку. Баунти в инвизе 11 левела. Очень-очень неплохо себя чувствует. Интересно, видел ли он этот центряк. Ну, судя по всему, он видел этот центряк, как его поставил Профит. Это несложно было спалить. И сейчас аккуратненько. Хаос думает, что он чемпион. Дает. Да. А оказывается, что это не он чемпион. Чемпион Баунти. Пытается улететь, стан от Хаоса и с теста минусует Чен. Открываем статистику. Квапа 7-1-5. Да, по-моему, вот этот ульт от Муши, это был единственный момент, который можно было посчитать в минус. Квапа очень жесткой оранжей, я предупреждал. 3-0-6 Чен. Да и что там Чен? Там у всех статистика очень мощная. Они всего 4 килла отдали. 2 на ДК при этом. ДК убирает Лину просто-напросто сверху. Ну, Квапы там уже есть. Аганим. Она его просто не собирает. Баунти убивает Джакира. Смотрите, как себя нагло ведет Баунти Хантер. Ну как, с одной стороны нагло, с другой стороны это не просто наглость. Он видит, где они ставят центрики и не лезет на те места. Там, залезь он сюда, не... тогда, когда его союзники подошли, а там на 30 секунд раньше, это просто был бы минус Баунти. И потом еще неясно, нападать на этого Хаоса было или нет. Он все прекрасно видел. Хотя ситуация была, ну, отнюдь не очевидная. Там завтыкай немножко, и можно на этот центрячок влететь. Попытка номер два. На этот раз Профит. Ну, здесь же Хаос рядом, видите? Он не нападает, когда рядом есть союзники. Он ждет, когда останется кто-то один. То есть крипинг Рошана параллельно идет, пока Баунти сдерживает. Во, Профит остался. Ну, кажется, Профиту... нет, Профит улетает. Dragon Slave. Баунти уже скоро БКБ. Но он контролирует спокойно Лину. В этот момент его союзники забирают Рошана. Тут же ТП. Сейчас можно использовать БКБшку. Нет. Даже не использует БКБшку. Просто ДК отгоняет. Смотрите, как смело сыграл сейчас Яматех. Добивает вышку. Он прекрасно знал, что у него есть БКБ. Да и я думаю, даже без БКБ вдвоем тяжело было убить. Баунти все-таки убивает эту Лину, которая вышла куда-то чуть-чуть в сторону. Я все хотел поймать этот момент, но он все время ускользает из моих глаз. Стан, Муша.
Получает 3 секунды. Но здесь крипы Чена, сюда не наломится. Подходит баунти. И только ДК нету. Да, но ДК никак не прилетит. У него нету ни ТПшки. Но здесь нужны тревела только. Гематех спокойненько ломает вышку сверху, ему это мешает сделать это фортификейшн. Он не видит, где противники, но все равно решает остаться сверху. В принципе, с БКБ ему не страшно. Забирает вышку. Ну а тем более сюда уже и баунти подходит. Дает ТП. 165 крипов у Гематеха. И это гораздо больше, чем у Хаоса. И это уже дело не в прямоте рук. Это дело в том, как играют оранжи. Они всегда оставляют ДК пофармить. Причем он настолько уже уверен, что у него все будет хорошо, что не дает ему Аегис. Дает Аегис к вапе, которая более хлипкая. У нее нету БКБ, у нее аганим. И действительно важнее. Квапа сейчас даже урона больше нанесет. Если попадет своими кастами как нужно. Поэтому ей важнее жить. Темпларка уходит на дагере. Есть мифрилхаммер. У экстинкта уже гем, форстаф. Да, Чен, конечно, потрясающий выходит. Поймали квапу. Нет, ну это... Я, конечно, не имел в виду это, когда говорил. О, фантазм. Нужно поднимать Хаоса. Очень долго думает Рубик. Хил от Чена. Как же вовремя. Ульт квапы. Снизу. Айс очень битый. На макрофайре стоит. Сгорает. Минус Хаос и минус Баунти. Баунти выкупается. Спасли там все-таки Муши. Но заслуга, конечно, в этом экстинкта большая. Потому что Муши влез черт знает куда. Баунти уже бежит обратно. ДК. На всех парах с критами минусуют Лину очень быстро. 5-22. Ну и вышку тоже можно забирать. Разрыв, вы сами видите, очень большой в пользу оранжей. Ну все у них получается прекрасно. Там во всех компонентах игры переигрывают флэшей. Что, в общем-то, и неудивительно. Флэш команда такая достаточно молодая. Я думаю, у них еще все впереди. Сплэш, конечно, дикий у ДК. Есть уже 16-й. Баунти опять находит. На этот раз он находит темпларку. Но, правда, с квапой, конечно, не один. Но в любом случае забирает килл. 6-2 у баунти. И это еще дополнительное золото. Не остается вышек. В смоках попытка наказать. Рубика видит. Нужно стан, ну медлит. Как же долго медлит сейчас Хаос. Но все-таки Рубика не убьет. Великолепно. Только лагуну не нужно было в него, мне кажется, пускать. У него и так не очень много хп, ну да ладно. Гем есть у Джакира. Экстинкт также с гемом. Экстинкт в чужом лесу. Но при этом нельзя сказать, что он как-то очень нагло действует. Они видят примерно, где их оппоненты. У них есть вот такой вот вардик. Хотя сейчас могли бы к нему выйти. Гематех вообще в кустах прячется. Гематех видит. Видит Хаоса. Стан! Как уворачивается! Вот это вообще... класс. Ну, это называется Balls of Steel. Он не просто нажал БКБ в момент замаха, он дождался, когда шарик вылетит, несмотря на то, что стоял вплотную, и успел нажать БКБ. Оставив Хаоса без... Тупларка вылезает. Без Хаос-болта.
хил за 1200, пожалуйста. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Подбревают аккуратненько вышечку. Остается у нее всего ничего, 745 хп. Все, расходится. Улетает Муша. Находят профита! Стирают профита. Викид сик Муша. Экстинкт отступает вместе с Айсом. У Айса скоро пайп. Рубик с худом — это такое магически непробиваемое животное. Восемь один Муша, 6-2 Сайсайс, 6-2 Эмотех, 3-0 Экстинкт, 1-1-8 Уайса. Нормальный такой стат. Ну, в 4 раза опережают. Видит сейчас хаоса. Трек пошел. Профит решил подфармить лес сверху. Ну и здесь последняя вышка сейчас упадет. Все, падает вышка. Остались только на мейне теперь башни. Баунти перетягивается снизу. Его бы как-то зацепить сейчас. Но у него там тоже БКБ уже. Тут особо не зацепишь. Дейдалус. Драгон Найт. Шива. У Муши. Любит Шиву на клопе. Папа запрыгнула. Боже, Муши, ну опять. Ну на этот раз он попал в Лину хотя бы. Фантазм. Влетает в ДК. Или в клопу. Нет, в клопу влетает хил Чена. Клопа живет под макропайром. Всю драку абсолютно простоял Муши на ульте. Не Драгона, это Джакира. Твинхед Драгона. Но при этом у него осталось достаточно много хп, а это, знаете, говорит уже о жестком перефарме. ДК забирает несколько киллов, все, это ГГ. Ждем конца первой игры и начала второй. ГГ, go next. Да. Баунти подстрелил килл до того, как клопа успел разультиться. Radiant's middle tower is under attack. Почему БХ не отвести крипов на эншентов? Да потому что если он отведет крипов на эншентов, линия... Ну ему, короче, еще важно свою пачку продамажить и убить желательно, чтобы не дать фарм. Radiant's middle tower is under attack. Вот это меня, наверное... Если вещь какая-то есть в доте, которая меня раздражает, то вот, наверное, вот этот момент. Когда уже все понятно, но... Вместо того, чтобы всем ливануть...
У меня просто... Я зверею от этого. Не знаю, вот в чем логика? Джакир ливает! Браво! Лол. И продолжает раскастовываться при этом. А, нет, это Рубик сорвал айспас, да. Я и думал, как же так. Ждем вторую игру.